Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Tales of Berseria. У нас с вами по заданию нужно зайти в таверну, но у нас появился дополнительный квест «Бродячий цирк Маджулу в действии». Давайте все-таки попробуем его пройти. Вот, сначала мы, конечно, зайдем в таверну, все-таки недалеко идти, а уже потом попробуем завершить этот квест. Я думаю, будет довольно забавно и весело. Элеонора, подожди нас снаружи. Глава Кровокрылов знает, что с нами экзорцист, но... Больше ни слова. Уверен, у них есть клиенты, которым не хотелось бы, чтобы их лица стали известны об Аббасу. Верно. Лафицет, оставайся с Элеонорой. Я скоро вернусь. Благодарю вас за то, что приехали в такую даль. Давно не виделись. Хотите персикового пирога? Что вам нужно? Знаешь, тебе пошло бы на пользу время от времени расслабиться. Натяните его слишком туго, и она может лопнуть. Что вам нужно? Этого человека нужно вывести из столицы. Чем-то это дело попахивает, в буквальном смысле. И куда ему нужно? Туда, где его не достанут власти. Как мило. Мне бы такое место тоже не помешало. Ага, мы ищем место, где можно залечь на дно, но пока безуспешно. Кстати, я слышала, что Аббас уже давно потерял связь с Титанией. Остров тюрьма. Титания? Но это место находилось под прямым контролем Аббаса. Неужели ситуация там настолько ухудшилась? Иногда ответ находится прямо у тебя под носом. Думаю, вполне может сработать. Да, из него могло бы получиться приличное убежище. Тиреоны точно получили бы там свою долю зла. А добрым дядям в аббатстве даже и в голову не стукнет, что сбежавший узник вздумает вернуться в тюрьму по своей воле. По крайней мере, стоит попробовать. Я так понимаю, наши сведения оказались полезными? Да, но прежде чем мы уйдем, вы слышали что-нибудь о том, что аббатство укрывает демонов? Мне известно, что в усадьбе был демон, и что его увезли в другое место. Куда? Пока сказать не могу, но уверен, скоро мы это выясним. Ладно, тогда в обмен на безопасность этого пассажира мне нужна дополнительная информация об этом демоне. Договорились. Айзен, я слышал о твоей стычке с Мельхиором. Прости, я не смогла помочь тебе отыскать его. Да, бабуля, здесь прокол вышел. Ничего страшного, что сделано, то сделано. Ты уже бросил искать Айфреда? Нет, не бросил. Мы с командой сделаем все необходимое, чтобы разрушить планы аббатства. Нанесем им достаточно вреда, и аббатство начнет думать о том, что пора бы с умом использовать своего заложника. С его помощью они устроят для нас ловушку, и тогда мы его выкрадем. Нападение на аббатство, чтобы создать возможность для побега? Умно. Именно так поступил бы Айфред. Вот и все. Что-то недолго. Ага. У пастора есть для тебя особое задание. Ты должна защищать Малахима Лагицета и привести его в штаб Аббаса в Лагрессе. Что такое? Эй, хочешь немного прогуляться по столице? Я могу показать тебе некоторые красивые места. Но... Тебе нельзя мне доверять. Я понимаю. Нет, не в этом дело, обещаю. Я с радостью посмотрю с тобой на достопримечательности, Элеонор. Пойдем. Лафицет. Что ж, сделаем это в другой раз, ладно? Почему? Просто, знаешь, Вельвет разозлится на нас. На что разозлиться? Вы уже все? А кто это?
Важная персона, которую нам доверила глава Кровокрылых. Мы переправим его на Титанию, где его не достанут плохие ребята. На остров Тюрьму? Кто это вообще? Я не спрашиваю. Что? Эй, пахнет чем-то приятным. Что? Хватит тут все нюхать. Мы уплываем. Что это был за парень, Манти? Не знаю, но его осокол выдрессирован просто превосходно, как мне показалось. Возможно, его обучали для охоты. Скорее всего. Чтобы так натренировать птицу, нужно потратить кучу времени и денег. И что? Я чувствую какой-то приятный запах. Согласна. Это аромат откуда-то мне знаком. Не может быть. К чему это вы двое принюхиваетесь? Ищейки на охоте. Но мы вроде бы разговаривали с Калиной охоте, нет? Что-что? Ой, прости, прошу прощения за свои дурные манеры. Что-то знакомое. Так, и нам на Титанию? Так, больше ни с кем поговорить, кстати, нельзя. Нет. The less you know, the less trouble you invite. А ночью мы не гуляли здесь никогда. Они сильнее, что ли, стали? Раньше мы их вроде быстрее убивали. Отойдет на пиццета. Как быстро ты побежала. Определенно, раньше быстрее мы с ним справлялись. Повышился уровень, походу, с противником. Тишина наступила. Зловещая.
Вы могли бы ставить мой комедийный номер сегодняшнего шоу? Моя напарница еще упрямится, но я смогу показать номер. Была бы очень признательна за помощь. Я сделаю это ради тебя, милая Маджи. Но вы получите ровно 200 монет, никакой оплаты расходов суточных. Ну ладно, тебе не будь такой жадиной. Все еще хуже. Гость нашей программы требует в два раза больше, а разогревающие трупы потратят лишнее время. Выступать перед неразогретой публикой? Ладно, что есть, то есть. Что за бред ты тут несешь? Я говорю, мы в игре, а ты моя напарница. Что? Ты серьезно? Все шутки за мной, а ты просто будь собой, и все получится. Бонус за то, что ты время от времени будешь пронзать публику презрительным взглядом. Просто доверься мне. Подожди, все это слишком быстро. Я не уверен, что готово. Лучше приготовься, потому что занавес уже поднимается. Всем привет, мы Маджи и Вэл, и сегодня мы будем вас развлекать. Маджиказам! Мы еще новички в комедийном жанре, но обещаем подарить вам незабываемый шоу. Разрешите представиться, я Маджи, светлая сторона нашего дуэта, а мою угрюмую напарницу зовут... Эй, что такое, Вэл? Все в порядке? Эй, соберись, иначе ничего не выйдет. Ну же, если что, может завести публику, так это твоя дерзость. Может быть, но здесь все по-другому. Я вижу, ты будто не в себе. Хорошо, давай-ка вместо глубоко вдохнем. Извините нас на минуточку. Вилвет, ты что делаешь? Мы так всех зрителей растеряем. Не могу ничего поделать, я раньше никогда не выступала перед такой большой толпой. Постой, только не говори мне, что ты боишься сцены. Что если и так? Это так на тебя бы не похоже. Просто представь, что они кучка экзорцистов, и задай им жару. Легко сказать. Я вообще-то стесняюсь. Ну что ты как маленькая? Я не маленькая. Вот так. Так и отвечай, только почетче истине. Я не могу, да и не хочу. Ты юмористка, ты должна. Где твоя страсть к твоему обретенному призванию? Никакая не юмористка, и нет у меня никаких талантов. Нет же, я вижу обжигающее пламя сильнейшей жажды творчества бьется в тебе. Хватит, я не буду выступать с тобой. Простите, друзья, но наше шоу подошло к концу. Это провал. Да уж, это было незабываемое шоу. Две звезды юмора стояли на сцене, как вкопанные, и перешептывались друг с другом. Это такой новый комедийный жанр. Ну как, понравилось? Не бросайте ваше основное задание. Я так и подумал. О, кто себя на сцене так вел? Это что, такое было дополнительное задание? И все? Я-то думал. Там будет что-то повеселее. Ну ладно, как есть. А что еще там осталось? Угу. Пока туда мы не можем. Это бред какой-то. Да ты просто обдираешь нас как липку. Если хочешь платить меньше, то может пойдешь и найдешь кого-нибудь более щедрого, а? Похоже, они опять за свое. Что это было? Что происходит? Бенвик, возьми себя в руки! Бенвик! Что? Я торговался за припасы и... Знаешь что? Я предложу тебе разумную цену. Хотя... Просто бери, что хочешь. Мы все должны стремиться помогать во имя общего блага, а не эгоистично гоняться за бессмысленной наживой. Что? Ты уверен? Нет. Постой. О чем я говорил вообще? Ты тоже это почувствовал, мальчуган? Чувство пропало, но я ощутил мощную силу, исходящую откуда-то с севера. Это аура. Область влияния Малахима. Постой-ка, если это к северу отсюда, тогда... Империйский престол? Это из-за каких-то действий безымянного Арториуса? Не знаю.
У меня плохое предчувствие насчет этого. Нужно отсюда бежать, и как можно быстрее. Ну вот это кто вообще? Не экзорцист ли? Значит, подавление. А может и сам Арториус? Well, that was certainly off-putting. But our job with Tabitha comes first. And we need a hideout soon, too. True enough. Hey, geezer! Эй, старик, ты в порядке? Юноша, что за чушь ты несешь? Какой боюкий старик. Ну просто ты внезапно стал весь такой вежливый со мной, а еще ты сказал, да не, приятель, не переживай ты за этот долг передо мной. Я, кажется, сказал тебе прекратить нести всякую чушь. Это не чушь. Ты действительно так сказал. Я сам слышал. Сказал. Мы все вели себя странно. Ты сказал после вас, милейший, а я сказал, нет, как я могу, только после вас, дорогой друг. Да я бы ни за что жизнь не пропустил тебя вперед. Если подумать, то это правда. Но он сказал не беспокоиться о наших долгах, а теперь берет свои слова обратно. Это бесчеловечно, жестко, бессердечно. Они потеряли с собой контроль, но сохранили память. Может быть, что-то управляло ими? Что ж такое с нами случилось? Понять не имею. Но я точно знаю, он сказал нам, что мы ему ничего не должны. Значит, мой долг тебе списан, верно, старик? И мой. Пасти позакрывали. Да я разорюсь, если позволю таким болванам, как вы, слезать. С долгом. Заткнитесь. Здесь произошло что-то действительно странное. Похоже на то. Я думаю, что это всего лишь начало. Да, что-то здесь произошло. Так, ближняя пристань Титании. Ну что же, мы качаемся на волнах в полной безопасности. Может быть, покажешь нам свое лицо, таинственный монах? Ты прав. Мои извинения. Я так и знала. Принц Персиваль. Да, я Персиваль, Эмит Асгард. Кронпринц королевства Мидган и наследник престола. Значит, он следующий претендент на трон. Похоже, кое-кто уже давно меня вычислил. Да, ваше высочество. Вас выдал запах аромадерева. Этим ароматом пользуются только члены королевской семьи. Но осмелись все-таки спросить, почему? Я должен все объяснить, чтобы вы помогли. Я бы тоже мог спросить, что экзорцист сделает в компании преступников. Не важно, зачем вы здесь. Пока вы на этом корабле, мы можем вас использовать в своих интересах. Делайте, что хотите. Вернуться я все равно не могу. Для парня, родившегося под счастливой звездой богачей, наш принц Перси какой-то скромненький. Принц Персиваль достойный человек, известный своим умом, честностью и справедливостью. Многие верят, что если он зайдет на трон, то Мидган будет и дальше процветать, и... Слушай, я прикинул с дурочкой, но вообще-то я тоже почувствовал этот аромат. Он удушился, чтобы мы заметили. Он хотел показать, какое положение занимает, как полезен он может быть для нас. Он меня удивил, если не сказать больше. Думаете, нас заманят в очередную ловушку? Такую возможность точно отменить нельзя. Если что, из него всегда выйдет как минимум хороший заложник. Вряд ли, если мы будем противостоять тем, кто хочет отнять у него жизнь. Пока что просто присматривайте за ним. Принц. Он сказал, что не может вернуться. Интересно, почему? Наверное, потому что за ним охотится. И это все-таки не Арториус оказался. Тюрьма занимает весь остров, прямо какая-то секретная крепость или что-то типа того. Хотя здесь как-то странно тихо. Да, ага, и ни одного экзорциста на страже. Давайте посмотрим, что там внутри. А уж Мельхорова ли ты иллюзия? Как-то все странно. И, возможно, это просто отвлекает внимание.
Экзорцист. Вы в порядке? Рыцарь. Без головы. Ложь. Мертва. Рыцарь без головы, ложь. Обезьяна. Думаешь, на нее напал демон? Снова мечешь в тюрьме. Ну, какой-то слабенький. Кургане, Дайл, вы защищаете Камалану и принца. Понял. Ну, обычный лесной обезьян. Ну зачем? Неужели аббатство не смогло подавить мятеж? Мне с трудом в это верится. В этой тюрьме было полно экзорцистов. Может, насыщение ядом? Насыщение ядом? За темный ритуал, заставляющий демонов поедать друг друга, чтобы произвести на свет еще более сильных демонов. Значит, демоны поглощали друг друга, пока не был создан настолько мощный демон, что экзорцисты не смогли его контролировать. Да и мятеж не помог. Интересно, а кто же во всем виноват? Как бы то ни было, теперь это уже не важно. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы самим здесь обосноваться. Экзорцист говорил что-то о безголовом рыцаре, верно? Это, скорее всего, предводитель. Значит, нужно найти его и уничтожить. Пока мы не захватим остров, можно использовать это место как перевал шлюп. Оставлю принца и Камуану на вас двоих. Уничтожьте любого врага, пытающегося пробиться сюда. Понял. Хорошо, но много от меня не ждите. Камуана, если что-то случится, то зови меня. Я примчусь, чтобы тебя защитить, хорошо? Хорошо, ты тоже будь осторожна, Элеонор. Вперед. Хочу бежать, вот он, без главы сидит. Так, и куда же нам идти-то? Так, внешняя тропа нам не нужна. Нам, значит, получается наверх. И туда, да? Черепашек. Эй, опять вы.
А, очень занят. Так занят, что даже не замечаешь же, кто же это? Ты никого не обманешь. Так зачем пытаться? Я очень надеюсь, что больше никогда вас не увижу. Когда вы появляетесь же, я теряю слишком много денег же. Это из-за того, что Вельвет слишком много требует от тебя? О, госпожа экзорцист же, сердечно рад, что вы обо мне беспокоитесь же. Да ничего я не требую, просто мне кажется, что он завышает цены, чтобы нажиться на нас. Да, значит, он делает это специально, чтобы нажиться на менее удачливых. Я думал, что аббат наложил запрет на черные методы ведения бизнеса. И в мыслях такого не было же. Мы всегда честно ведем свои дела же. 25 часов в день, 8 дней в неделю. Всегда и везде. Вы же можете купить нас же что угодно по справедливой цене. Приятно слышать. Элеонор, улыбнись этому милому черепашку. Он так этого хочет. Уверена, бизнес штука сложная, так что удачи тебе. Премного благодарен. Так, разберем все ненужное. Что-нибудь усилить, интересно, получится? Получится. А что ты продаешь? Угу. Копье. Шпатовый клинок. Кинжалы. Жилеты хорошие довольно. Может, прикупить себе пару штук? Угу. Сапоги дешевенькие. Ну-ка, посмотрим. Угу. Снижает обычную атаку, но доспехи улучшает и концентрацию. Кстати, вот это очень хорошо подойдет. Так, вот, прям вообще идеально. Снова. Вот так вот. Так. И сапожки. Ну это хуже. Thank you.
Кошки бы, конечно, тоже не помешали, но их нет. Так, а если теперь все это разобрать? Усилить. Вот уже веселее. Так, а куда нам идти-то теперь? Одолейте рыцаря без головы. Это куда вообще? Уровень 1. Уровень 2. Ага, вот это уровень 2. Так, где вход в уровень 2? Как туда попасть вообще? Уровень 1, северный. Так, а вот здесь мы не были. Южная сторожевая. Плохо. Хотя бы будем знать, что здесь. Так, если вот сюда пройти. Так, первый уровень. Ага, вон там второй. Судя по твоим словам, у тебя возникла идея, кто стоял за мятежом. Что здесь произошло? Я думаю, что человек в своем положении уж точно должен это знать. Я слышал о крупном восстании, но потом мне пришлось гоняться за вами, поэтому подробности я почти не знаю.
На самом-то деле заварушка была небольшой. Меня, Вельвета и Ракура отправили отбывать наказание на этом острове. Вельвет спровоцировал других заключенных поднять восстание, чтобы мы могли бежать. Она использовала заключенных? Ага. А ты ожидал от меня чего-то другого? О чем все закончилось? Мы не стали дожидаться развязки, но видели, что заключенные явно хотели выбраться. По крайней мере, было похоже на то. Но если так и есть, то куда же подевались все экзорцисты? Я знаю, что Оскар отбыл, чтобы продолжить происшествие, но другие стражники должны были оставаться на своих постах. Что же, если они не сбежали, придется предположить, что их всех перебили. Может, это работа рыцаря без головы? Что ж, полагаю, нам голову терять не имеет смысла, хотя, похоже, нам предстоит бой не из легких. Нам нужно лишь покончить с теми, кто остался. Как это, насыщенный ядом, верно? Темный ритуал, во время которого демоны пожирают друг друга, становится сильнее. Айзен, сколько демонов требуется для ритуала? Здесь важно скорее не количество, а качество. Чем сильнее демоны, тем мощнее зло. Ритуал заключается в смешивании зла победителя поглощенных им жертв, что приводит к созданию ужасного кровожадного монстра. Это обеспечит колоссальный прирост силы, но зато победитель полностью теряет контроль над собой. Получается, это уже не просто монстр, это кипящий сгусток чистой силы и зла. Ракуро, ты ведь не хочешь сам пойти по такому пути, верно? Конечно, хочу. Я рассмотрю любой вариант, который может сделать меня сильнее. Скажи, что ты шутишь. Почему я тебя так потрясло? Вельвет же поглотила бесчисленное число демонов. Несешь вздор. Он прав. Если это поможет мне отомстить, на остальное мне наплевать. Вельвет. Постойте, вы действительно собираетесь это сделать? Успокойся, этого не произойдет. Превращение в монстр меня не пугает, но я должен сохранить свое сознание, чтобы отомстить. Тоже можешь сказать и Вельвет. Да ну. Кроме того, если я убью прежнего победителя ритуала, то это будет означать, что никакой дополнительной силы мне уже не надо. Глупец. Так, ну если активировалась заставка, значит, мы на правильном пути. Так. Нам, скорее всего, туда вниз. Давайте сначала посмотрим, что здесь. Куча камер. По-моему, мы отсюда начинали. Так или иначе, мы здесь не обыскивали все. Да ладно. Это жестоко. Опа.
Так, то есть здесь мы побывали. Здесь мы, наверное... А вот тоже, кстати, снизу не открывали. Значит, не во всех местах мы побывали. То есть мы возвращаемся, походу, в камеру, где сидели. Да. Как говорится, возвращаемся к истокам. Рыцарь без головы. Должно быть, это и есть результат насыщения. Судя по его злобности, так оно и есть. Хотя до нашей Вивет по части злобности ему далековато. Что ж, с этим разобрались. Кто-то еще должен быть. Yeah. Угу. Я снова что-то чувствую. Опять зло? Нет, еще один узел земного пульса. Должно быть, он на этом острове. Я тоже его чувствую. Очень близко. В яме. Полагаю, прямо под нами. Да подожди ты, зачем полезли? Ну, я хотел полутать. Здесь Вильвет сидела. Добро пожаловать в самую охраняемую камеру в тюрьме. Это самая темная яма на Титании. Что-нибудь чувствуешь, Лафисет? Ага, думаю, это узел земного пульса. Если эта камера находится возле земного пульса, то получается, здесь держали Тириона? Ага. К тому же очень голодного. Каждый день они швыряли демонов в его камеру. Он поглощал, а потом вытирал губы, измазанные кровью. Не ведая того, Тирион передавал безымянному зло от сотен демонов и узников. И вот однажды перед ним появилась женщина-малахим, которая разрушила барьер и выпустила Тириона из клетки. Но Тирион не знал жалости и поглотил свою освободительницу. И тогда... Тогда я обрела силу. Силу, чтобы отомстить за моего брата. Вельвет, ты Тирион? Этот остров тюрьма был местом кормежки Тириона. И каким способом укращалось зло, создаваемое заключенными? Но из-за побега Вельвета зло вышло из-под контроля. То же самое случилось и в деревне Камуаны. Лорд Арториус никогда бы такого не сделал. Нет? А что в этом такого невероятного? В том, что он принял в жертву брата своей жены? В том, что он бросил в тюрьму сестру своей жены? Вот что сделал твой проклятый пастырь, и все для него, чтобы завладеть силой безымянного.
Я уверен, что у него была причина. Причина, чтобы избавить мир от боли? Чушь. А кто избавит от боли моего брата? Кто утешит моего брата в Пашу в отчаянии? Он убил моего младшего брата Лафи, и ты будешь стоять тут и убеждать меня, что все это было ради общего блага? В любом случае, нам искать на новый Тирион и меньше. Вельвет. Помоги, Элеонор! Камуана? Что? Вельвет так сильно на тебя наорала, что тебе уже голоса слышатся? Такое чувство, будто кто-то что-то не так. Возможно, Камуана в опасности. Но мы уже победили рыцаря без головы. Это ощущение никак не проходит. Прошу вас, давайте вернемся и проверим, все ли так... Все ли с ними в порядке. Ну, хоть бы что-нибудь тут оставили напоследок. Так. Мы хотели осмотреть все. Значит, Вельвет Тирион, верно? Я знал, что с ней что-то не так. Но меня больше беспокоит слова, которые она выкрикнула. Лафицет, а Вельвет действительно младшая сестра лорда Арториуса? Она никогда мне об этом не рассказывала. Если это правда, думаю, это вполне объясняет то, что Вельвет знаком с его системой тренировок. Если тебе это так интересно, почему бы не спросить об этом у нее? Вельвет, как ты связан с Арториусом? Ох, Ракур, где твой такт? Я слышал, о чем вы шептались. Меня это не задевает. Арториус был женат на моей покойной сестре, Селике. Мы считали его своим братом. Мы прожили под одной крышей больше 10 лет. Это кое-что объясняет. Значит, он принес своему младшему брату жертву, а сестру сделал Тириону. Но вы ведь были его семьей. В системе его взглядов семья не имеет значения. Нужда общества важнее нужд отдельных личностей. Он всего лишь поступил согласно своей идеальной логике. Ладно, хватит болтовни, пора в путь. Да что? Получается, что Вельвет Тирион, поглощающий зло. А избыток зла и есть то, что превращает людей в демонов.
Особенно сильное зло может оказать влияние на человека, даже после его смерти, превращая его в дух кушующего демона. Так и появляются нежити, демоны, призраки. Значит, демоны, которых убил Вельвет, превратились в людей, потому что поглотило их зло. Да. Поэтому они и не стали нежитью или чем-то подобным. Значит, она спасла их, хотя труп трупом и остался, конечно. Как думаешь, а не может она поглотить лишь зло и превратить демона снова в человека, не убивая его? К сожалению, это невозможно, потому что зло усиливается само по себе, пока Тириона связана с Безымянным через узлы земного пульса. Они, похоже, могут поглощать зло в небольшом количестве из окружающего пространства и препятствовать созданию демонов. Но если от кого-нибудь будет исходить количество зла, достаточное для превращения в демона, он продолжит создавать зло. Да, нет смысла поглощать зло, пока не разберешься с его источником. Так работает моя сила. Не жаль, Вельвет. Да ничего, так даже лучше. Так я никогда не забуду о своем желании отомстить Арториусу. К тому же, если держаться подальше от узлов земного пульса, то можно сохранить силу поглощаемого зла, чтобы питать мою ненависть. Да. Как удачно прям. Кстати, здесь мы не проверяли. Так, ну это, похоже, уже не здесь. Нам сделать это, обойти придется. Давайте посмотрим, что в той комнате лежит. Так, вот здесь мы не были. А может и были. Или это какой-то другой порт?
Нечто похожее на место, в которое мы были до этого, из которого пришли. Северная сторожевая уровень. По идее, у нас дорога только одна осталась. Мана. О, еще один. Камуана! Элеонор! Элеонор! Really ты вернулась за мной? Солнышко, я же обещала. Рыцарь без головы и демон лошадь. От него исходит очень много зла. Должно быть, это и есть демон, выживший после насыщения ядом. А, поняла. Экзорцист перед смертью рассказал не рыцарь без головы ложь. Она хотела сказать рыцарь без головы на лошади. Как бы то ни было, мы будем сражаться с кем угодно, чтобы захватить этот остров. Погнали! Воу! Подожди-ка. Let's go.
Давай, мальчик. Ой, хорошо. Вот это насыщение, насыщение ядом. Эта тварь явно посильнее той безголовой. Как ты меня назвал? Я не о тебе. Камуана! Демон из усадьбы. Нет, смотри, он поглощает зло, это Тирион. Вообще-то это Сокол Грифон, мой единственный друг. Проклятый Тирион. Так вот, что имел в виду Табата, когда сказал, скоро выясним. Но, ваше высочество, зачем вам Тирион? Вы меня слышали. Грифон был моим близким другом с самого детства. Даже если он теперь Тирион, это не изменилось. Значит, вы знали, что помогаете сбежать Тириону? Что вы замыслили? Я ничего не замыслил. Просто хочу, чтобы Грифон был свободен. Думаю, нам нечего удивляться. Это же кронпринц, будущий король. Он делает то, что его душеньке угодно. Полагаю, что так и есть. Но это первый раз, когда мне можно сделать выбор самому. Когда ты принц, ты не личность, ты инструмент, предназначенный для служения государству и его народу. Предположим, ты изучаешь право, и у тебя внезапно зачесалась спина. Что будешь делать? Почешу, конечно. Чего тут думать? Когда я это сделал, мой наставник так меня отхлестал, что по спине потекла кровь. Причиной стало то, что я поддался личному чувству, в этом случае желанию почесаться, ущерб моему обучению в службе государства. Наблюдая за рассекающими небесами Грифоном, я представлял собственную свободу. Это было единственным утешением для меня многие годы. Но затем он оказался восприимчивым к силе безымянного. Я так понимаю, королевская семья Мидганда прекрасно знает, что Абаста создает Тириона. Конечно. А как могло быть иначе? Королевство безоговорочно поддерживает пастыря Арториуса и его владение разума и воли. Но запереть Грифона и лишить его возможности летать — это единственное, что я никогда не позволю. Никогда. Я обманул экзорциста, стоявшего на страже, и деактивировал барьер. Но затем Грифон напал на него и убил. Вот почему вы сказали, что не можете вернуться. Они могут закрыть глаза на одного мертвого экзорциста, но после исчезновения Тириона зло наводнит столицу. Я прекрасно осознавал, что делаю, и все же... Я не мог спокойно наблюдать за тем, как у моего друга... Ваше Высочество. Он предпочел птицу всему миру. Как ты думаешь, почему птицы летают? Это вопрос мне задавал лорд Арториус. В моей книге по анатомии говорится, что у них легкие кости и невероятно сильные мышцы крыльев. Птицы летают, потому что птица, которая не может летать, это вообще не птица. Вот что я думаю. Я поняла. Пока вы на этом острове, можете делать все, что пожелаете. Но если вы пытаетесь сбежать, я вас убью. Тогда порядок. Он будет под рукой, если нам когда-нибудь понадобится заложник. Понятно. Спасибо, что позволили мне и Грифону остаться здесь. Ну, раз теперь с этим разобрались, давайте построим себе убежище. Эй, Вельвет, ты знаешь, где Элеонор? А разве она не с тобой только что играла? Да, но она ушла. Я переживаю, потому что она выглядела очень грустной. Можешь ее поискать? Почему я? Хорошо, ладно, только не плачь тут мне, хорошо?
Ну что ж, ребят, на этой ноте закончим сегодняшнюю игру. Всем пока!